Всем привет, я в магазине Маяк, город Орск, остановка Тбилисская. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. О, сколько ковшиков навезли. Очень тоненький, наподобие как фикс прайс, 1,9 литра, из нержавеющей стали. Ничего себе, и стоит 349 рублей. Для такого ковшика, мне кажется, это очень-очень дорого. А это ковш с крышкой. Это уже 2 литра. Тоже нержавеющая сталь. Такой же тоненький. И стоит 489 рублей. Ну, подвесные качели привезли. Малыш. 479 рублей. Смотрите, какие классные. Веревки толстые. Есть вот розовые еще. Выполнены из пластика Лего конструктор, ну, типа Лего. Big Black от 1 года, 120 деталей. Давайте посмотрим. 844 рубля. Ведерочки какие симпатичные. Такое ведерочко стоит 134 рубля. Замок. Видите, с одной стороны, как формочка, как ведерочка и как формочка. Зелененький еще есть. О, это арбузик. Это набор. Водный пистолет, бластер, ранец. Одевать на плечи. 279 рублей. Мячи резиновые тоже есть. Так, мяч. ПВХ 134 рубля 14 сантиметров и 23 сантиметра 159 рублей. Бумага влажная, туалетная, мягкий уход. 83 рубля. 80 листов. А такая бумага. Зева Делюкс. Роскошный комфорт. И впитывающими подушечками. 114 рублей. Трехслойные. 4 штучки в упаковке. Еще туалетная бумага. 12 рулонов. 219 рублей. А сколько слоев? Два слоя. 209 рублей. А вот такая мягкая и прочная тоже. 12 рулонов. Двухслойная. Стоит 219 рублей. Антистресс, салфетки влажные, очищающие, универсальные, без спирта, гипоаллергенные, 99% воды и 54 штуки, 86,90. Как и в светофоре, очень много места, нет товара, нет печенья, конфет. А еще говорят, что светофор и маяк это не одно и то же. Все одинаково. Если в одном товаре товара нет, значит и в другом нет. Супер. Это что, конфеты? 144 рубля 500 граммов. Ну, здесь еще более-менее в маяке. Более-менее товар есть. О, инжир. Инжир. 379 рублей за килограмм. Как я люблю инжир. Здесь есть конфеты. Зря я сказала, что нету. Ну, в светофоре точно нет конфет. Здесь еще более-менее есть ассортимент. Кое-какие печенья еще есть. Печенье хрупчение 135 рублей. И 172 рубля стоит печенье сахарное, постное. Печенье мюсличное 144 рубля за 500 граммов. Печенье злаковое, томленное в печи, нежное и хрустящее, без пальмового масла. А ценника нет. Ботаника, ананасы, кусочки в сиропе. 169 рублей, 580 миллилитров. А это персики в сиропе. 104 рубля. Манго, дольки в сиропе. 114 рублей, 425 граммов. Тоже ботаника, шампиньоны,
с вешенками вместе резанные 159 рублей 820 граммов. Есть поменьше, это просто шампиньоны целые, 114 рублей 425 граммов. Так, вот еще грибы ассорти маринованные, здесь разные грибочки в стекле, 139 рублей 580 граммов. Икра баклажановая, Донская кухня. Где? Донская кухня, 94 рубля. О, скумбрия с овощами в томатном соусе, 230 граммов. Вот такую бы я попробовала, 74 рубля. А это скумбрия натуральная с добавлением масла, 84 рубля. В Рязанской области изготовлено. Голубцы с лососем в томатном соусе. Тоже новинка. Тоже такое не видела. 51 рубль. Можно было взять одно, другое. Но там такая очередь на кассе. Вообще неохота стоять. Город Люберцы. О, лосось. Такие кусочки аппетитные нарисованы. Натуральные кусочки. Лосось. 66 рублей. Что-то вообще дешево. Да нет, вроде не сильно много воды. Вообще странно. А интересно, а здесь лосось в составе или нет? Вот смотрите. Состав: рыба кусочками, соль. И нигде не написано, что это лосось. Так что это обман. Никакого здесь лосося нет. Я уже не хочу ее. А вот голубцы с лососем. Давайте тоже посмотрим, есть здесь лосось или нет. А вот здесь, смотрите, состав: рыбный фарш, фарш лососевый, фарш тресковый, мука пшеничная. Так что здесь, не здесь еще какой-то лосось присутствует. А там вообще лосося никакого даже близко не было. Что еще посмотрим? Вот дачник, скумбрия. Атлантическая с маслом. В составе скумбрия. Все как положено. Бульон, вода. Калининградская область изготовлена. 74 рубля 90 копеек. Шпроты в масле. Такая довольно-таки большая упаковка. Натуральное копчение. Вкусные консервы. Ключ 104 рубля 90 копеек, 240 граммов. Хотя по граммам получается даже меньше, чем те консервы. А на вид прям большие. А эти 160 граммов. Видите, как она, насколько она меньше. Так, сейчас покажу. Вот, видно, насколько меньше. Я думала, что она тоже, вот это 240, оказывается, нет. 240 граммов 80 рублей. Это получается 104, это 80. Мясо рубленное, Пригожино. Из говядины и свинины. 99 рублей стоимость. Состав: говядина, свинина, лук, перец черный. Возможно наличие яичного порошка. 99 рублей 350 граммов. А это тушенка кусковая, говяжья, 54 рубля. Главпродукт, даже можно не смотреть. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.